Библейское лидерство. Оно наполнено любовью, строится на взаимоотношениях. А также оно контркультурное. Здравствуйте, меня зовут Коди Арчер. Добро пожаловать на «Возрождение сегодня». У меня в гостях Дэн Джастер. Спасибо за то, что пришли. Спасибо за приглашение. Для меня огромная привилегия принимать у себя отца мессианского движения. Сегодня мы поговорим о лидерстве. В этой теме у вас многолетний опыт. Вы не только учите лидерству, но также у вас большой плод в этой сфере. Вы подняли много лидеров, много общин, а также умножили их. Бог невероятным образом использовал вас. Поэтому я рад, что могу черпать от вас знания сегодня. А еще вы автор и сейчас работаете над книгой номер 20. Вы выступаете по всему миру. У вас есть семья, дети и внуки. Полгода вы живете здесь, в Израиле а остальное время вы разъезжаете по миру, делая свой вклад в лидеров и в общины. Еще раз спасибо вам за то, что пришли сегодня к нам. Я бы хотел сейчас обратиться к нашим зрителям, если вы позволите. Я хочу, чтобы вы тоже участвовали в нашем разговоре. Для этого пишите вопросы, которые у вас есть к Дэну. А в конце программы я постараюсь найти время, хотя его, конечно же, не так много, для того, чтобы Дэн ответил на ваши комментарии и вопросы. Поэтому в комментариях под видео пишите свои вопросы. Мы обязательно их обсудим, и, надеюсь, Дэн на них ответит. Это ведь так? Вы ответите на них? Я сам удивлен тем, как сложилась моя жизнь. Но я рад тому, как все получилось. Много лет назад вы написали книгу ⁇ Лидерство взаимоотношений ⁇ Я хочу немного поговорить о содержании этой книги, но вначале я хотел бы спросить, написано уже так много книг о лидерстве, вы увидели, что нужна еще одна? Какой была ваша цель в написании этой книги? Да, я пытался показать другую модель лидерства для общины и между общинами которая связана с формированием команды, а также с тем, какие лидеры потом получаются из этой команды. Идея возникла из-за моих трудностей на ранних этапах моего лидерства. Это очень забавно, потому что мы видим, как сегодня эти концепции используются в мире бизнеса. Джим Коллинз пишет о великих корпорациях которые формируют свои команды и проверяют людей на всех уровнях на предмет преданности делу корпорации. Если это получается у корпораций, то у церкви это должно получаться еще лучше. То есть существуют некоторые ключевые мысли, и мне кажется, они взяты из Библии. То есть несколько десятилетий назад вы посмотрели на церковь и подумали, тут есть одна прореха, и я знаю, как с ней разобраться. Да, когда мы начали наше служение в Чикаго в 1972 году, у нас уже тогда была идея делать из прихожан церкви посвященных людей, которых связывают отношения с Заветом и которые помогают друг другу расти и изменяться в образ Христа. Я не хотел строить организацию, где главная цель ее членов ⁇ это не посещать различные мероприятия, а строить свою жизнь вместе. Но даже с таким простым основанием оказалось, что построить нечто подобное не так-то и просто потому что я позволил себе стать тем, кто восполняет нужды людей. И надеюсь, у меня это получилось. Да, давайте поговорим об этом. Вы немного упоминаете это в книге вы еще учились в библейской школе и в то же самое время были пастором общины. И в итоге вы перегорели, да? Да, я успел закончить школу богословия. В то время у нас была небольшая община в Чикаго, но даже там я был очень занят. Я понимал, что старейшины должны были помогать мне в общении, что мы должны были стать формирующей командой. Идея о формирующей команде пришла ко мне очень давно. Еще в 70-х годах годах прошлого века. Когда я приехал в Вашингтон и предложил себя людям, мы были в большой общине, где-то 150 человек, может чуть меньше. Для еврейской и мессианской общины того времени это очень много. Но к середине 80-х я понял, что мы получаем очень много звонков о помощи от членов нашей общины. Мы получили по 500 звонков в неделю или в месяц. В месяц нужд было очень много. И я стал перегорать. Моя жена стала перегорать из-за меня, и я начал приходить на встречу для пасторов и спрашивать у них, счастливы ли они в служении. И никто из них не говорил мне, что им действительно нравится служить. И это было удивительно. Я не ожидал такого. Я хочу немного уточнить, что вы имели в виду под перегоранием. Вы устали, потеряли надежду, что вы чувствовали. Я думал, как вообще можно достичь в этом успеха. Кажется, это невозможно. Что бы я ни делал, этого всегда недостаточно. А пасторы говорили мне какие-то банальности, но не отвечали на мои вопросы. Они говорили, мы пожнем в свое время, если не ослабеем. Бог благ. Я не спрашивал вас о том, как благ Бог. Я спрашивал, счастливы ли вы в служении. А затем я встретил молодого пастора, который был в восторге от служения. У него была сильная церковь, небольшая, но сильная в ученичестве, формировании характера. Я спросил его, счастлив ли он служением, он ответил очень. Я спросил, есть ли у него время на семью и на отпуск, он ответил да. Затем он посмотрел на меня и сказал, кажется, вы поддались традиционной схеме ожидания от пастора. Я спросил, а что это такое? А он ответил, «Приходите ко мне домой, я расскажу вам побольше». Мы с женой пошли к нему в гости, и это был революционный вечер в моем понимании пасторского служения. Он рассказал, что главная цель старшего пастора — поднимать других лидеров. А что еще он вам сказал интересного? Он сказал, что эти люди будут пасти людей вместе с ним. Если вы будете пытаться ответить на все нужды людей, то потерпите неудачу. Большую часть времени нужно уделять тому, чтобы учить других, как быть наставниками и пастырями. И когда у вас будет достаточно людей, которые будут заботиться о пастве через домашние группы, на иврите это хавера, достаточно людей наученных пасти и консультировать, тогда вы будете заниматься только сложными делами. Ваши ученики тоже будут сидеть на этих сложных делах, чтобы и дальше учиться. Это была революционная идея, что основная работа пастора — воспитывать лидеров. Забавно, что когда я сообщил это нашим лидерам в общине, одна женщина встала и сказала им, «А за что мы вам платим, если вы...» будете учить других решать наши проблемы, тогда за что мы платим вам. И в то время вы стали посещать общины, которые так работали. Это так? Вы видели это на деле или начали делать это сами интуитивно? По большей части интуитивно. Но я побывал у него в общине, в других, которые действовали по этой модели. Эта модель называется возрождение пятистороннего служения. Сейчас так называют все подряд. Но мы хотели построить что-то на основании близости, взаимоотношений, заботы друг о друге, а не просто большое собрание или мероприятие. Сегодня многие люди просто нацелены на большие мероприятия. Меня такое не привлекает. А Шер Трейдер который бывал у вас в гостях, стал первым, кто поддержал меня в этом направлении. И это сработало. Это было просто удивительно. И за пару лет мы подняли десяток лидеров, которые занимались людьми в общении. Тогда все изменилось. Люди поделились на три группы. Те, кто были за, те, кто были против, и, как всегда, воздержавшиеся. А в переходный период многие люди были в восторге или же против этого. Старейшины приняли эти изменения, но некоторые из них не хотели участвовать в них, потому что не хотели платить цену за то, что придется заботиться о людях. А молодые лидеры, которым на то время было по 20-30 лет, приняли это на ура. Они увидели в этом библейский принцип. Конечно же, мы использовали текст из послания к Тимофею. Он стал для нас основанием. А еще мы всегда верили в главенство и множество. То есть лидер подотчетен тому множеству, которое он возглавляет. Он не диктатор, и за ним даже нет последнего слова. Его должно поддерживать большинство. Мы также хотим, чтобы люди поддерживали то направление, в котором мы движемся. Мы в нем по сей день. Мы пытаемся быть сообществом, а не собранием. Вот так-то. А что вы можете сказать о теле Христа по всему миру? Я не считал, но мне кажется, что половина общин использует так называемый традиционный подход к лидерству. То есть есть один пастор, который стоит практически над всем, и его главный фокус это не воспитание новых лидеров, а забота о пастве. Я прав, это так? Да. Как сказал один человек в такой модели, лидер получает все почести за свое служение. Это очень приятно для его эго, но цена, которую он платит за это, — это перегорание. Журнал «Таймс» проводил исследование, почему пасторы перегорают и кончают жизнь самоубийством. И все свелось к традиционным ожиданиям от пастора. А в сутках нет столько времени, чтобы сделать все это, поэтому человек точно перегорит. Он будет перегорать день за днем, до того момента, когда он наконец не сдастся и не опустит свои ороки. Да, я в детстве тоже думал, что две самые сложные работы в мире это президент страны и пастор церкви. Когда я рос... То видел ту модель, где один человек делает все, и на нем лежит ответственность и давление за все. Консультации, встречи, посещение больниц, я говорил себе, это та работа, которой я не хочу заниматься. Точно. Да, в этой модели ожидания просто невероятные. Сложно объяснить людям, что вы не способны соответствовать этим ожиданиям. Поэтому мы строим нечто иное. Сообщество взаимосвязанных кругов, где многие люди научены быть старейшинами, диаконами пасторами в зависимости от уровня их обучаемости. Мы стали последовательными, и тогда я понял, что это замечательная работа. Какое-то время я был президентом Союза мессианских общин, и мы учили весь Союз этой модели лидерства. В итоге я стал любить то, чем я занимаюсь. И до сих пор вспоминаю эти годы как нечто невероятное. Прекрасно. Давайте теперь вернемся к началу и поговорим о том, зачем кому-то хотеть быть лидером, когда на лидера больше всего нападок, критики и давления. Зачем кому-то в здравом уме и памяти подписываться на это? Вами руководит желание расширять Царство Божие и делать все, что в ваших силах, чтобы служить Господу. Павел писал Тимофею, «Если человек епископство желает, то он желает хорошего дела. Зачем кому-то желать этого? Затем, что вы хотите отдавать, видеть, как жизни людей меняются, и как Царство Божие расширяет свои пределы. Это желание дает вам невероятное удовлетворение, если вы следуете за Ним не ради гордости, а ради служения. Текст, который мы используем в качестве основания, — это слова Павла Тимофея, что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Научить не значит стоять за кафедрой и читать лекцию. Это скорее связано с ученичеством. Иными словами, можно сказать, передай верным людям, которые были бы способны сделать и других учеников. Мы смотрим на домашние группы, как на центры ученичества, и воспитание новых лидеров и так далее. Они воспитывают других, все новых и новых. Есть лидеры десяти людей, пятидесяти, ста и даже тысячи. Но вся загвоздка в лидерах десяти. Да, вы правы, я подчеркнул несколько предложений в вашей книге, о которых я хотел бы поговорить. В первой и второй главе сказано, любой, кто призван и служит, может исполнять функции лидера из послания к Ефесянам 4 главы. Лидерство — это широкая территория для того, чтобы быть слугой. Это готовность взять на себя большую ответственность и пойти на жертвы ради Царства Божьего. Чем больше любви, тем больше сфера полномочий человека. Для меня это говорит о том, что для вас лидерство не всегда связано с дарами человека. Человек может быть невероятно одарен в какой-то сфере или лидерстве, но вы здесь говорите, что именно любовь и взаимоотношения продвинут вас дальше в служении. Да. Я считаю, что уровня диакона могут достичь значительно больше людей, чем мы видим в служении. А если смотреть на стандарты для диаконов и старейшины, то это стандарты характера, которые должны быть у всех людей. Это основные стандарты для всех учеников Иисуса. Затем уже подключаются дары и таланты, но базовые уровень лидерства должен подходить большинству людей. По крайней мере, так должно быть. Наш выпуск подходит к концу. Еще раз напоминаю вам, если у вас есть вопросы к Дэну, то присылайте их, и мы ответим на них. Дэн, сейчас у вас успешное служение, которым вы занимаетесь уже более 40 лет. Вот так долго. А какой совет вы хотели бы дать 20-летнему Дэну Джастеру, который может может смотреть нас сейчас. Дэну Джастеру, учитывая все годы вашего опыта, чтобы вы сказали самому себе, не пытайся быть героем дня, раздели ответственность с другими и серьезно относись к управлению своим временем, чтобы был баланс в том, сколько времени ты уделяешь своей семье, чтобы было время на отпуск и на жертвенность. Ради людей мы и так идем на жертвы. Но нужно еще находить время на семью и на личную духовную жизнь, на себя. Нельзя лишать себя духовной жизни. Нельзя вы зацепили очень важную тему. Нужно будет пригласить вас еще раз, чтобы поговорить и о ней. Давайте еще раз перечислим важные пункты. Вы говорили о качественном времени с Господом, об управлении нашим временем, разделять ответственность с другими людьми, не пытаться делать все самому, а также находить время на отдых. Да, об этом нужно будет поговорить детальнее, потому что у меня уже много вопросов по этому поводу. Дэн, спасибо вам вам за ваше время. Мы обязательно пригласим вас еще раз. Вы не могли бы рассказать нашим зрителям, как они могут связаться с вами или получить доступ к вашим учениям? Они могут зайти на Restoration from Zion, а также на Tikkun International, где представлены все мои книги. Практически все они доступны для электронной загрузки. Также они представлены на Амазоне. Мои книги посвящены разным темам, а не только еврейским мессианским общинам. Есть книги апологетические, о лидерстве, о природе взаимного благословения, истории церкви, «Небесах и аде», о «Жизни после смерти», «Процветании», духовной брани. Я стараюсь затрагивать те темы в цели Христа, в которых нет баланса на сегодняшний день, и принести библейский взгляд на них. Еще раз, наш сайт Restoration from Zion. Заходите, пожалуйста. Это прекрасно. Дэн, еще раз спасибо вам за ваше время и ваши книги. Они доставляют мне огромное удовольствие. А вам спасибо, наши дорогие, за то, что были с нами. Не забудьте лайкнуть и поделиться этим видео. Увидимся через неделю в программе Возрождение сегодня. Всего хорошего!